Привет, ребят, вы на канале Бравлер Макс, и сегодня я хочу вам представить мой новый проект. Мой новый проект, который я придумал сам, никакого ютубера, нигде я этого не брал. Возможно, у кого-то есть подобный проект, но проект, ну, идея на этот проект мне пришла в голову сама. В общем, сюжет такой, рассказываю историю этого проекта. Сижу и смотрю старые ролики Холдика про Потный путь, где он играл, если не ошибаюсь, то он играл персами только за путь славы, и его цель была взять 8000 кубков. И у него этот проект зашёлся удачно. И он играл персами только за путь славы, и персы, которые других рейдов, если он их не брал. Мой проект будет совершенно, ну, противоположно. Я буду играть персами, которые... Я буду играть всеми персами, которые... Которые не на пути славы. Это редкие бойцы, сверхредкие. Эфики, мифики и леги. Лего нам не видать. Ну ладно. Цель этого проекта будет, наверное, апнуть минимум 8000 кубков. В среднем 10 и максимум, ну, 14500. Наверное, 14500, и типа смысла путь нет, наверное. Хочу посмотреть, как попасть. И думаю, я его развивал уже давно. Думал, типа, еще хотел про него ролик записать, но ролик не записывал. И сегодня решил этот ролик записать. И вот. Аккаунт 50 дней. Мне уже будет 1500 кубков. Сейчас предлагаю пойти в катку соло и... Почему бы и не катать. Также параллельно еще хочу тоже запустить проект, который я тоже видел у Вани Холдика, это Путь Шелли. Если вам нравится такая идея, обязательно поставьте лайк и подпишитесь на канал, пожалуйста. Очень все-таки хочется хотя бы 70 подписчиков до моего дня рождения. Ну, давай сейчас не будем сильно болтать. Все, пока в каске, что-то был какой-то тупенький. Обычно было, типа, так просто так банку не отдают. Вообще, ребят, напишите в комментариях, типа, что вы делаете, типа, по случаю коронавируса. Я просто дома сижу, вот, кубки апы, храню сорода, в принципе, больше ничего не делаю. Ем где-то, может, два раза в день. Сплю где-то, ну... Ложусь где-то в часа два, просыпаюсь в 11, захожу в магазин, забираю награду, ухожу, иду завтракать и сижу, смотрю YouTube там и так далее. Уходим. Трозы, ох, это ж, крыса, блин, это же два кубка дают. Интересно, нам нужен будет один кубок, чтобы лапнуть 1500 кубков, да? Будет прикольно, если да. Ну, плюс открою номер бокс, который внизу. Типа, ну, не знаю. Как вам вообще идея с этим проектом? Типа, поддержите вы ее или нет? Если да, то поставьте лайк. Если нет, то... Просто выключайте этот видеоролик. И все. Этот проект я по-любому закончу. Потому что хочется его чисто для себя хотя бы закончить. Не знаю, как он будет заходить вам, но... Надеюсь, что вам очень сильно зайдет. Да, по поводу никнейма не спрашивайте. Я вначале думал, у меня был никнейм Лаую, потом его сменил на вот такой вот красивенький никнейм. Он, кстати, прикольно смотрится в 3-3. Знаете почему? Потому что, типа, когда с вами кто-то рядом, типа, получается, там же ники видны. Вот тут сюда они не видны. Там они видны. То есть, когда вас кто-то убивает, получается, показывает стрелочка, он вот такой вот человек. И когда вот у вас вот уже экран окончания боя, где типа либо поражение, либо победа, то там вам типа показывается типа ваша команда и команда противника. То есть и тот, кто стоит слева от вас, на ее стрелочку указывает, что он нехороший человек. То есть, а за топ-6 нам плюс дадут или минус? Прикошат сюда. Взлетаем? Нет? Как думаете?
Поджимаем, почему-то. Что-то тимишься, что-то тимишься, ошибка, все. Не знаю, зачем слил ульту, ну ладно. Ладно, пошлите уже сливаться, то ролик у нас на 5 минут уходит, ну ладно. Ну все, я, короче, я пошел дым, потому что я больше не хочу кататься. Такой вот я добрый человек, просто слил катку. Ой, вот четвертый зухлю. Плюс 5 кубков, 400 кубков на Карле. И 1500 кубков на нашем проекте. Ну что, давайте боксики откроем, что ли? Тихо, естественно, ничего не будет, почему-то я не удивлен. И очки силы я не знаю почему-то, но давайте в кальта или нет. Я уже хочу включать кальта, чтобы потом просто взять и за раз, типа, с первого на девятый уровень прокачать. Ты же у него еще есть вот курсив скин, но я на нем играть не могу, так как все-таки проект. 466, нам нужно еще где-то, ну, плюс-минус 1000 очков. Даже всем спасибо за просмотр, поставь лайк, подпишись на канал. Все, всем пока-пока.